Всем привет! После долгожданного нерфа ФФАРа настало время играть и смотреть, как же показывают себя другие пушки, которые есть в игре. Наконец-то, а то этот однообразный геймплей, где у каждого первого в сборке ФФАР плюс АУК или ФФАР плюс Коряк задолбал, и игра начала утомлять, и заходить в нее перестало хотеться. В этом видео я решил вернуться к истокам и попробовать старую добрую М4А1. Давно я с ней не играл. Геймплей сегодня в двойках со Стронгом. Мы приземлились на Близнецы, где нам был оказан очень радушный прием и интересные драки. А под конец зона сместилась к ТВ-станции, где мы, окруженные врагами, сумели остаться в живых и покинуть Верданск. Сегодняшняя сборка рассчитана на среднюю дистанцию и состоит из монолитного глушителя, Corvus Custom Marksman Barrel. Да, я знаю, что это не самый лучший ствол для боя на дистанцию для этой винтовки, но мне нравится, как он выглядит и полностью устраивают его статы. Он повышает дальность, точность стрельбы и не так сильно режет мобильность, как дуло гренадера. Рукоятка команда для уменьшения отдачи и магазин на 60 патронов. А также прицел PBX-7 Holosight. Такая сборка превращает классическую М4 в оружие, которое стреляет точно в цель, и у него практически незаметная отдача, которую очень легко контролировать. Если вам понравилось это видео, не стесняйтесь поставить лайк и подписаться. Для вас это ничего не стоит, а мне поможет развивать канал и продолжать заниматься любимым делом. Дальше бежит. Спасибо и увидимся. Его кто-то убил, его кто-то убил. Enemy movement. Enemy movement. Mark out, moving. Enemy movement! Buy station costs are adjusted. Cancel my last. Enemy movement. Enemy movement. Movement. UAV overhead. This one's dead. Enemy UAV overhead. Закончил говорить телефон, так что, блин, так же тяжело. Пойдем купим его. Разговаривать и играть. А, бля, мы не успеем туда уже. Да, сорян, хорошо, я и тут... И причем одно ухо снято, ты слышишь только с одного уха звук, другое тебе разговаривает, что-то пытается от тебя собеседник добиться, а ты такой... Да-да, мне тоже такое... Бля... По мосту бегут, видишь? Да, я уже по ним работаю. Задауненный. Бля, да мы уже никого не закроем. Слева типы-то не будут идти никакие, которые нас... Могут, туда. Но мне кажется, они направо ушли. Контакт! Давай это, как называется, давай... Под отдай. Мостом, челик. Ага. У тебя сзади сзади, да. Бля, откуда-то оттуда показывают. С
зеленого дома, не, не. Похуй, забей нас задних. Похуй, зеленого дома. Вот с оранжевым. Зачем забивать, когда я могу сделать? Кластерку туда кинь тогда. Бля, оно то не достреливает, бля. Попало, да. По-моему, не попал. Мне тоже сейчас в спину побегут вот эти вот здесь. Да-да-да-да-да. Главное тут... Он бежит. Насинил. Что попал? Чё, от стены отдал? Вижу, да. Я его не вижу. У меня стенка. Enemy UAV overhead. Парень с упора решил выстрелить. Еще может? Вот там щит. На горе, слева. Что, кластер? Здесь одно за... Поднимает его, бежит. Одного задавнил, один синий. Хорошо, поешечка. И сочи. Вот и я, брато. Горой, если только. Ну да. We're in the circle. Бля, watch по-моему, здесь челики. 100%. В ТВшке 100% челик. Надо их закрывать. Это вот отстойная зона, пиздец. Бля, нам надо... А ты же еще угроза, ёб, там же вообще пиздец. Ну, угроза с оранжевой меткой. Бегут. Еще. Двоих убили. А, двоих? Хорош. Я вообще не понял, не понял, что происходит. Я тоже не понял. 30 секунд еще есть. Можно пройти? А, нельзя, да? Давай налево тогда вдоль горы. Ну смотри, налево. Мы тут вообще в открытом. Да. Самое опасное для нас сейчас место это сверху и спереди. Вот у меня ямка есть какая-то. Так, стреляют с другой стороны. Moving up. Target spotted. Got gas moving in. Grenade out. Я сам убью. Давай назад. Давай назад. Going in. Сейчас. Round incoming. Target spotted. Встаю. Встал. Я тебя еще один бежит. Не руси. Так, нет ни гранат. Ничего. Челик вон там. Ага. Target spotted. По нему стреляют еще. Еще два. Одного нокнул. Gas is closing in. Relocating the red zone. Хорош! На нахуй! Хорош, бля! Вообще красава! О, бля! Хорошая каточка, она прям закинула в лобби, ну, басиков просто. Покажи. Да. Первая игра и, блядь, первый топ-1 сразу. Нам, в принципе, у нас никто жестко так и не стрелял даже. Ну да, вот мы... последний этот челик жесткий. Да. Ну ты хорош задаун получили. И ух ты, ты вообще супер спас, когда мы сидели в кустах там, около телестанции. Я потому что вообще не слышал, чуваков. Ну у меня что-то наоборот, это, наушники, громкость была, оказывается, выкручена. Я прибавил, блядь, аж уши закладывал. Тише делать. Нормально, и по фрагам тоже норм. Да, что-то тебя урон вообще пиздец.